В минувшие выходные на Магаданской площади состоялось торжественное открытие катка. Мэр города Юрий Гришан также опробовал лед на коньках. Я всех приглашаю сюда. Мы будем постоянно заливать здесь лед, потому что купили новую заливочную машину, и условия будут. И, конечно же, горнолыжка. Сегодня прошли соревнования, и завтра они будут по горнолыжному спорту. Приглашаю посмотреть. А с часу дня уже можно кататься и туристам. Поэтому все праздники я предлагаю провести на свежем воздухе. Никакого коронавируса не будет. Множеству людей понравился новый каток. Дети с удовольствием выходили на лед, а также поделились своими планами. Я планирую больше научиться заниматься хоккеем и много всяких упражнений больше. То есть у меня большие планы на хоккей. Также для гостей провели развлекательную программу. Открыла ее выступление фигуристок.